Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». В Подмосковье планируется благоустроить более 1300 дворов. Как сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья со ссылкой на его главу Михаила Хайкина, адресный перечень сформирован по итогам голосования, которое проводилось на портале «Добродел» с 5 по 25 августа, а также по обращениям жителей в органы государственной и муниципальной власти. В пресс-службе отметили, что все адреса утверждены решениями муниципальных общественных комиссий по благоустройству. На этом пока все. Еще больше новостей из жизни столицы и не только читайте на сайте mymsk.online. До скорого!